Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео хочу показать вам свою теплицу с высаженными арбузами и дынями. Теплица у меня расположена на даче, у нее даже есть открывающийся верх, в сильную жару можно проветривать. Вчера я высадила рассаду арбузов и дынь, и как видите, она очень хорошо переночевала и сегодня утром бодренькая, и даже, мне кажется, начала немножко подрастать. Арбузы я выращиваю в теплице, буду второй год. В том году первый раз вырастила, и мне понравилось. В этом году всю теплицу на даче я заняла под арбузы и дыни. Здесь у меня высажено 32 арбуза и 10 дынь. Как буду формировать арбузы? Буду формировать арбузы в два побега, привязывать их на шпалеру. Будет у меня основной побег и дополнительный. Лето у нас короткое, и на одном растении вызревает не так много арбузов. В том году у меня на одной плете вызрело по два арбуза. Оставлять можно 4 завязи на каждом растении. И это будем оставлять на основной плете. Дополнительная плеть только идет для вегетативной массы и чтобы обеспечить растущие плоды питание. На дополнительной плети я не даю завязываться плодам, а завязавшиеся удаляю. А на основной плети, когда растение уже сформирует завязи, примерно 4 я оставляю, а дальше там видно, иногда бывает какая-то зависть пропадает. И примерно над пятым листом, выше последнего плода, плеть нужно прищипывать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.